Приветствую вас. Сегодня я снимаюсь на две камеры, мало того, одна из них движется. И это большое достижение. Это, можно сказать, уже скомплектованная возможность снимать так, как, ну, просто возможно. То есть я достиг, наверное, топа в своей коллекции оборудования для того, чтобы сделать действительно картинку максимально интересной, максимально динамичной, увлекающей, даже если я сижу на стуле. Таких стульных видео у меня очень много предполагалось, поскольку на самом деле есть что сказать в моей основной сфере, сфере дизайна интерьера. И, ну, я соло-ютубер, да, то есть я сам себя снимаю. И, конечно же, проще всего было нанять человека и заставить его ходить, заставить его быть динамичным, когда я статичным, или самому быть динамичным, когда там камера статична. Но сейчас есть возможность сделать это все через оборудование, которого у меня вот так вот. То есть я уже считаю, что уже хватит. То есть, в принципе, достаточно. И я надеюсь, что вот этой вот покупкой я завершаю свой комплект для качественной съемки своего видео, для своих личных целей, точнее не личных, а ну коммерческих целей. Вот, и надеюсь, вам понравится этот формат, вы оцените его. Конечно же, вас будет бесить этот звук, так как он бесит меня, поскольку сегодня я не успеваю протестировать петличку. То есть протестировать шум слайдера на петличке. То есть от меня вот буквально 1.5 метра до этого шума. И я переживаю, что это может стать проблемой. Ну, посмотрим, как оно будет. Вот, будем надеяться, что все будет хорошо. Ну, а пока, ну, вот так как есть, так есть. И будем проверять, что у нас получилось. Сейчас я смонтирую как-то вот это все дело, и надеюсь, мы получим тот результат, который я хотел бы видеть с помощью вот такого сета. На самом деле этот сет выглядит очень интересно, то есть это слайдер, два штатива и прикрепленные к слайдеру две камеры. Одна на Magic Arm, а вторая, ну, естественно, на тележке. Вот, ну, в общем, надеюсь, это встроенное оборудование будет так же прекрасно работать, как оно выглядит. А выглядит оно прекрасно. Кстати, интересный факт по поводу этого слайдера. Он сейчас подключен проводом, не знаю, вот этим вот проводом. Да, он подключен им прямо к компьютеру. То есть это даже не то, что powerbank, это даже... Ну, типа, компьютер, просто длинный провод, почти 2 метра. Вот. Ну, а на этом все. Пожалуй, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и живите богато.